В этот день, 16 февраля 1446 года, русский князь Василий Темный в ходе борьбы за престол был ослеплен и сослан в Углич. Однако спустя ровно год слепой князь вернет себе власть в Москве и будет править ею 15 лет. Начиная с 12 века, княжеские междоусобицы были неотъемлемой частью жизни Руси. В погоне за престолом правители переступали через кровные узы, проявляя порой удивительную жестокость. Одним из таких примеров стало пленение и лишение зрения великого князя московского Василия II двоюродным братом Дмитрием Шемякой. «По что любишь татары, даешь им города русские в кормление? По что серебром и златом христианским осыпаешь поганых? По что изнуряешь народ податями? По что ослепил брата нашего Василия?» – спрашивал Шемяка. Как говорится, око за око. Но Василий II, получивший прозвище «Темный», продолжил трудную борьбу за престол, который ему удалось вернуть. Однако жестокая расправа, случившаяся с князем, в корне поменяла его мировоззрение, его жизнь. Интересное мнение оставил историк Костомаров. Василий был самым ничтожным государем, но с тех пор, как он потерял зрение, все остальное правление отличалось твердостью, умом и решительностью. С Василия Темного началось возвышение Московской Руси. А наследовать слепому князю будет его сын Иван III, прозванный Великим, главный собиратель русских земель, скинувший ордынское иго. 16 февраля 1722 года государь Петр I издал указ о наследии престола, согласно которому правитель назначал преемника по своему усмотрению. Этот указ стал одной из причин целой эпохи дворцовых переворотов в России. 16 февраля 1854 года в Семеречи основан город Верны, в 1921 году переименованный в Алма-Ату. Археологические раскопки подтверждают тот факт, что еще тысячи лет назад на территории города существовали древние городища. Жили там и тюркские кочевники. А о том, как было выбрано место для первого современного поселения, рассказывает служебная записка одного из русских военных следопытов. «Осмотрев первые и вторые Алматы и долины между ними, мы нашли по удобству добывания леса большому количеству прекрасной, изрезанной арыками хлебопахотной земли». Там у подножия горного хребта Тяньшань расцвел чудесный город, прославившийся новым сортом яблока порт и четко выверенной архитектурной застройкой, созданной инженером-строителем Андреем Зинковым. «Я не боюсь за наш город, за нашу семиреченскую и в то же время сейсмическую область», – писал Зинков. Его восторг разделяли будущие гости. Писатель Михаил Зощенко называл столицу Казахстана благословенной, а Юрий Домровский – необычайным городом, столь не похожим ни на один город в мире. Нигде такая природа не подходит так близко. 16 февраля 1918 года провозглашена Кубанская Народная Республика. Кубанская Рада объявила, что борется как с Красной Армией, так и с Белой Армией генерала Деникина. 16 февраля 1943 года советские войска после решительного штурма, перешедшего затем в ожесточенные уличные бои, освободили город Харьков. В этот день, 16 февраля, родились писатель Николай Лесков, автор известного всем «Левши», маршал Советского Союза Михаил Тухачевский, Евгений Радыгин, уральский советский песенник. За свою длинную 95-летнюю жизнь Радыгин успел не только отличиться на фронте Второй мировой войны, окончить консерваторию, но и стать известным и воистину народным композитором. Его творческими визитными карточками стали песни «Свердловский вальс» и «Лен мой». Композицию «Уральская рябинушка» поначалу раскритиковали. «Это вальс, а мы вальсов не поем», а потом перепевали уже и на китайском языке. А после протекции Хрущева, окрестившего песню «Едут новоселы» гимном целинников, для композитора началась своя целина. С гастролями он объезжал всю страну и не останавливался даже в 90 лет. Евгений Павлович играл на рояле, пел песни, шутил. У народа во время его выступлений менялось настроение, вспоминал один из губернаторов Свердловской области. Таким композитором запомнили родные коллеги, веселым оптимистом, который много шутил, по утрам обливался холодной водой и делал зарядку. «Мне 84, а дают 83 года», – смеялся Радыгин, отвечая на серьезный вопрос корреспондента о возрасте. «Жить нужно так, чтобы от каждого твоего поступка ты сам и люди вокруг получали удовольствие. Иногда ради такого поступка надо преодолеть себя, вернется старицей. А вообще выше смысла жизни – ее продолжение. А для того, чтобы песня жила долго, нужна хорошая, красивая мелодия». Таким был этот день, 16 февраля.